Какая-то знакомая. Кто это? Ольга Матвеева. Пермь. А, приветствую Ольгу. Давай, C5. Волжский гамбит. Против Ольги. Она играет спокойный вариант. Ладья B1, важный ход, да? Не помню, как тут токировка, что ли. И она хочет сыграть B3 в этой позиции, поэтому надо ферзя на A5 вроде бы ставить. И тут типа сюда прицел этого. Но все равно же она может B3 где-то сыграть. Так, защищает, да? Такого хода нету. Может, ладью пока подвести? Давай пока ладью подведем. Ага, вот может быть сюда попробовать. Блокировать. Давай попробуем блокировать. Так, куда мне отойти? На Е5? Ну, давай на Е5. Ах ты, она готовит такой ход, и у меня не будет отступления. Она очень хитра, кстати. С4 может сыграть. С4 без угроз как-то. Может так тогда? Так, а теперь сюда она готовит, да, ходец? Чтобы выгнать меня. Ладно, давайте отступим, чтобы у ферзя было куда бежать. И сюда, допустим, да? Угу. Теперь надо как-то к этой пешке докапываться. Может быть, c4? c4, b4 пойдет, да? А, наверное, вот так попробовать докопаться. Опять у меня меньше времени. Бить я не могу, да? Никуда. Ладно. И поле D7. Или могу я поле D7 отнимать? У меня теперь поле D3 же есть, да? Угу. Великолепнее. Заскочили сюда. Ух ты, связка! Черт. Связка, что делать? C4 там где-то надо играть будет. Ну, давай сразу C4. Светлана Матвеева играет очень цепко, я вам скажу. Или это Ольга Матвеева? Может, я их путаю, да? Ольга, Светлана. Могу пешку съесть. Здесь куда-то лезет на c6. А, подожди, такой же ход есть, нет? Там конь побьет, да? И на e7 еще. Сюда ладьей побьет. Ну, блин, конем. На c7 еще. Блин, ладно, пофигу, бьем. Надо как-то этих коней... Да, сюда удары пропускаю. Ну, допустим, это ничего страшного, да? Допустим. Так, так, так. Под боем, под боем. Давай пока сюда отступим. Блин, 30. Сюда, блин, куда пойти? Поменяться, что ли? Побить пешку? Ладно, взяли и взяли здесь. Немножко, наверное,
Не то, да? Ах ты! Ах ты! Блин, сюда что ли? Опять у меня 20 секунд. Да что такое? Ах ты, блин. Ай, блин. Да, блин. Да что делать-то? Ах ты. Да, блин. Да взял, ладно. Аймат. Черт возьми, просто раскатало меня, как младенца. Ну вот правда, как младенца меня раскатало. Я что-то сегодня ни одну партию не могу нормально сыграть. Ни с одной девушкой не справляюсь. Ну хотя бы у Амазонки поднялось настроение, одно радует. Это Ольга была, да? Это не Светлана. Да, это Ольга. Такая ровная партия, 91% точности. Просто без шансов. Ферзь А5. Четко. Вот здесь надо было C4 что ли играть. Блестящий ход. F5 мне тут надо было как-то стараться тормозить. Ну я что-то топчусь на месте. Тут даже вот так сразу сходу не усилишь игру. Е4 четко. А, вот этот ход ошибка. Здесь надо было С4 играть. Вот это был мой шанс. С4 в этой ситуации. То есть если так, тогда уже просто побить здесь. А конь D3 получается просто зевок. Надо было вот сюда вот толкать. Был шансик, короче. А тут C4. Взятие. Взятие. Конь D4. Я мог сюда просто побить. В принципе, пешку. Наверное, это было лучшее решение. Но я решил долбануть на D5. Ну и вот здесь тоже, может быть, надо было повторить позицию. Или ферзем защитить. Ферзь А5, например, наверное, ход был хороший. Правда, там взятие, взятие, ладья Е3. Как-то так. Ну и здесь побить уже на H3, например. Хотя тоже позиция, ну так себе, да? Ну вот эта вот позиция, ну вообще. Я еще без ферзя-то остаюсь. Так, ладно. А я что сыграл? Я сыграл, побил. И взял пешку. Ну это слишком нагло с моей стороны. Тут я понял, что я никуда не могу отойти. Сюда сразу мат. И здесь она тоже на мат сыграла очень четко. Конь F5, блестяще! Можно было вот такой еще мат получить. Вот это было покрасивее, наверное, да? Ну и так тоже пойдет. Ну что, браво, Ольга. Я думаю, я эту партию даже в нарезку не поленюсь выложить, потому что Ольга сыграла, ну просто выше всяких похвал. Вот единственная помарка была у нее за всю партию. Так она играла все четко, но вот единственная помарка вот была
вот после Е4, ей надо было немедленно накатывать на меня F4 и конь Е3, вот так играть. И это давало бы хороший перевес, конь сюда переходит. А она сыграла ладья Е1, и после хода C4 я практически уравнивал игру. То есть как-то так, конь D4, конь D3, я E3, и здесь конь G4, прыжочек. В общем, единственная помарка — это ход ладьей. Но я сыграл неудачно, и сразу же она восстановила перевес. Вот здесь еще, может быть, попробовал, надо было пешку съесть. Может быть, вот это дало бы мне. Но я не хотел очень этих коней сюда пускать. Сюда там коня. Очень не хотелось мне это делать. Ладно, давайте вернемся к нашему турниру.